Друзья мои, всем приветики! У нас, девочки, денек, новый денек. Всем хорошего дня желаю. Я здесь насушила сухариков, нажарила беляшиков, сварила супчик. Тыквенный. Но сухарики чуть-чуть поджарила. Сейчас стою и думаю, девочки, такие зажаристые получились. Квасок. Квасок бы сделать с таких сухариков. С изюмчиком. Такой хороший бы. И окрошечку на кваске, на домашнем. Так, ну ладно, что сделаешь. Так, что-то убрать надо. А, горячее. Тут пирожки. Наливайте, девочки, чай, кофе. Приятного вам желаю просмотра. Муся, мусыня. Мусыня кушать просит. Ну, у меня тут каши немножко осталось. Надо, говорю, дать кашки, да? Кашки, малашки. Ну-ка, подожди, хоть я положу. Прямо ж в это. Что-то пришла у нас Мусика с улицы, а у нее... Подожди, маленько положу в чашечку. У нее на морде какая-то... Ну-ка, дай, иди сюда, покажись. Муся, покажи морду. Покажи морду. Носик что-то Марина вчера увидела, говорит, это что такое? Что-то вон нарушилось. Ну, он в чашку аж лезет. Голодная. А до этого в чашке каша оставалась, она ее всю съела. Гречневая. Вот, давай, со своей чашки ешь. Но они тут... Вот Муся с удовольствием кушает кашу. Вкусная каша. Да? И рыбку кушают, и супчик кушают, и все кушают. Корма мы им не покупаем. Кто писал, девочки, что кошкам корма даже не покупаете. Зачем? Кошка хорошо кушает обычную еду. С общего стола каша вкусная. Смотрю, Марина вчера смотрела, она пришла уже вечером такая. Что-то кто-то, что-то сделал кто-то ей. Огурцов соленых хотим достать, винегрет. Винегрет, винегретик, да? Ну, что-то сделал, кто-то обидел, видать. Что, коты дерутся, кошки дерутся, они вон что бегают. Она маленькая. Ну, маленькая, ну. Она даже не как кошара. Ну, что такое? Да ты где была, Мусенька? Муся, а Марина вчера говорит, у нее кровь была. Вот. Что-то случилось, кто-то обидел. Вот, самая домашняя у нас Дашка. Она у нас ходит в Голбец. Ну, на улицу тоже просится. Мама туда, а Муська любит погулять. Она туда побежала. Побежала, она вылезет. У нее есть отверстие. У нее. Она знает, где отверстие находится. И она прекрасно вылезет. Так что сейчас огурчика в баночку достанем. Будем делать винегрет. Вот и огурчики. Огурчики у нас с капусткой. На винегрет само то. Вся семья в сборе. Мама... Сынок и дочка. Все дома? Да? Мурзила. Мурзила. Барсик. Барсик, Муська, Дашка. Все дома. Кашу едят. Вот каша вкусная какая. Вкуснятина. Мы вчера, девочки, наелись. С соевым соусом. Это, как она называется-то, крупа? Марина, как она называется? Полтавка. Полтавская крупа. Очень вкусно, и коты тоже с удовольствием едят прекрасно. Да, нам рыбка, с рыбкой не повезло вчера, рыбка оказалась копченая не очень. Так что мы просто с соевым соусом покушали, и они тоже прекрасно кушают. Кот наелся, кот вперед кушает, потом, значит, потом уже кошки подходят. Он их не пускает, когда есть. Начинает кушать, все, они уже в сторонку отходят. Сейчас надо убрать тут все, потому что они тоже подгаживают тут. Ну-ка, Муся. Каша где-то тут была. Давай, Марина, видела, что у нее сегодня? Да. Даня посмотрела, офигел, говорит, ничего себе. А вчера кровь была просто? Нет. Нет? Ну, вот, вон она, что-то мордочка. Кто тебя так обидел, а? Ну, вот на улицу. А на улицу ходят, и как не гулять? Не дома же им сидеть. Так, ладно, убираем это все. Тут надо подзамыть сейчас. И надо нам в город сходить, в магазин. Мы уже, девочки, к Пятерочке подходим. Идем купить листья нори. Ну и там продуктов каких-то. Продуктиков каких-нибудь. Тюльпанчики, девочки. Букет тюльпанов 199. Уже даже по скидочке.
тут розочки, нарциссы продают. Листья нори. Ну еще цена, кстати, такая, 178. Где ты? Так, листья нори взяли. Сыр творожный. Так, ты что, возьми с зеленью-то тоже. Ну. В масле по 134. Тут вот есть по 73. 73,99. Красная цена. Ну, я не знаю, взять, не взять. Или ту и другую взять. Тут есть еще. Так, это печень трески. Так, тут вот такой тунец. Тут у нас рубленый в масле по 134. Не знаешь, какой взять лучше. Так, по 119. Так, это вот этот по 119. Так, ну мы возьмем вот этот вот по 73. Огурчики, девочки, здесь такие гладенькие. А, колючие, вернее, гладенькие. Гладенькие, вот. По 259. Такие мы возьмем. А мы возьмем такие помидорки вот по 209. Вот такие помидорки. Ну, в общем, цены различные. Разные цены. Идем, девочки, домой по улице, по нашей. А наша Муська уже вон у соседки тут подъедает. Ой, наелась, ага. Вот так вот. Что, дома-то не кормят? Давай, скажи, и тут поем еще дома. Вот деловая до чего. Гулящая сама по себе. Показываю, девочки, что мы тут купили. У нас тут, пока мы гуляли, овощи сварились. Свеклу купила, потому что не сварила свеклу. В общем, на винегрет. Так, мы пошли конкретно за листьями нори. Ну, я скажу, что цена более-менее еще. Были они дороже когда-то. Давно не делали. И решили сегодня сделать. Так, взяла два огурчика. Лучок зеленый. Так, грудку надо поставить сразу сейчас варить. Сыр такой вот творожный. С зеленью. Сливочный такой. Так, и две баночки тунца взяли. Так, вот этот тунец у нас по 119. Сейчас посмотрим. Потому что вот этот тунец у нас красная цена. 73, около 74 рублей. По чеку сейчас посмотрела. А этот по 119. Вот. Ну и две булки хлеба взяли. В общем, такая вот покупка. Ну, сок еще дети тут такой вот брали. Получается. У нас она вышла, эта покупка. Ну вот, девочки. Цены у нас такие здесь. Огурцы хотела посмотреть, почем. Насколько вышли, вернее. А огурчики наши вышли 460 грамм на 124 рубля 20 копеек. Так, ну вот тунец 73,99 получается. Так что такая вот покупочка. Сейчас это все разберем. У меня уже готов рис. Сейчас надо почистить овощи и будем готовить. Еще мельче, ага. Ну, что-то вот такое вот. Угу. Покрупнее бы, конечно. Этот вот по 119 такой тунец. Но этот, конечно же, вот дешевенький-то тунец. Вот так вот. Ну что, мы тут помыли огурчики. Начали уже резать винегретик. Вместо квашеной капусты у меня будет эта же капустка из этой баночки. Я нарезаю просто так вот. И будет вкусненько. Нажарили блинчики такие. Тоже будем их делать. Блинчики из яиц. Просто яйцо взбила и соевый соус добавила. И все. В общем, сейчас сделаем винегрет. И потом уже займемся роллами. А, грудка варится. В общем, конечно же, надо брать получше. Ну, баночки такие нарошничные. Вот как бы взять бы простую обычную консерву. Раньше когда-то девочки брала просто тунец. Обычная банка консервная такая. Толстая. Ну, вот сегодня то, что было, то и взяли. Ну что, девочки, зря я денежки потратила. Тут Дашка как раз кушает. Ну, кошкам повезло. Не,
Он жесткий, во-первых, несъедобный какой-то. Так что... Ну, там получше, тут нормальный. Ну-ка, Даша, дай. Тебе, блин, лишканула. Ты не одна у нас. Давай, а то ты все съешь. Сейчас Барсик тоже бегал. Муська где-то бежала домой тоже. Прибежит, потом есть захочет. Да? Так что ешь давай. Повезло. Ну, кошки, что? Кошки вкусно, конечно. Обалденный у нас тут винегретик получился. Зеленого лучка добавили. В общем, с маслицем, с простым. Не мешало бы, конечно, нерафинированного добавить, но тоже так вкусно. В общем, Марина, убери это, пожалуйста, тарелку убери. И у нас тут, в общем, немножко подготовили. Я сейчас хочу сделать, с чем у нас будет первая партия. Просто огурчик, омлетик и тунец. Ну, сыр творожный. Сыр творожный по-простенькому. Вот, и будем мы это все кушать с соевым соусом, с чесночным. И будет обалденно. Так что сейчас начну делать. Так, приступили. Приступили крутить роллы на свой вкус. Равномерно распределили рис, заранее приготовленный. Он у меня еще днем, девочки, сварился. Сделала как положено, в общем, с уксусом, с сахарком, с солью. На ютубе, девочки, много рецептов, как сварить рис. Легко и просто. В общем, заранее сходили в магазин. Пока мы гуляли, ходили по магазину. Рис у нас как раз подостыл. Все, тут винегретик нарезали. В общем, сейчас накрутим роллы. Так, сыр творожный мы делаем с зеленью. Так, добавляем вот так вот огурчик кладем. Омлетик положим. Можно сделать, кто что любит. Мы делаем так вот сегодня. Сегодня, нам давно хотелось. А вчера с Даней, Даня пришел с прогулки. И варила я вчера вот эту кашу, которую показала вам, девочки. Как она называется? Я опять ее забыла. Полтавка. Полтавская каша. В общем, она очень вкусная. С рыбой нам не повезло. Я еще раз повторюсь, скумбрия оказалась невкусная, в общем. И мы просто вот с этим соевым соусом, девчонки, обалденный соевый соус. Просто куда они прям глаза вылезли. Он говорит, мама, такая вкуснятина. Просто каша с соевым соусом. Он говорит, я так давно роллы не ел. А когда давно? Ну, мы давно не делали свои. А на Новый год они ели роллы. Он говорит, так, объелись. Но свои бы хотелось. Давай, говорит, накрутим роллы. Я говорю, ну, хорошо. Давайте сделаем. В общем, вот так вот. Легко и просто. И у нас... Так, ты показала, Марина? Ага. Такие вот получаются. Отличные. Вот. Давненько я не делала, конечно. Свои-то есть свои. Не скупли. Тамарина тогда, помнишь, привезла. Работала тогда в этом. Где ты там? В Сакуре, ага, в Шадринске. Привезла, девочки, такие роллы. Ну, они вкусные были, конечно. Но они уж слишком-слишком маленькие. Так, ну вот. А тут уж, как говорится, вот большому куску и рот рад. Ну вот, сейчас как накрутим. И вкусненько. У нас как раз грудка сейчас сварилась. Еще с курицей сделаем. И будет замечательно. На ужин прекрасно. Роллы накрутили. Сейчас мы нарежем. Ну что, роллы у нас с тунцом. И роллы у нас с курочкой. Что тоже неплохо. Так, нарезаю, девочки, ножик новенький, остренький. Смачиваю его в воде. И вот и новенькой губкой вот так вот, потому что тяжеловато смывается, конечно. Так, и здесь у нас уже вот такая вот вкуснятина получается. Красота. Роллы нарезаны. Приготовила себе порцию вот такую вот с соевым соусом, в общем. И сейчас будем отведывать наши роллы. В общем, вкуснятина. Кто кушает, приятного аппетита. Девочки, обязательно крутите домашние роллы. Мы давно это не делали. И сегодня у нас выходной день. Надо семью радовать. Так, Даня тут уже пробует.
Так, пробуй, давай, говори, вкусно, нет? Марина уже наелась, она сказала, офигенные роллы. Офигенные. Че? Ну, хоть... Мыкни хоть за кадриком-то. Громче говори, громче. Вкусно? Да. Вкуснятина, да? Ну что, палочками я не особо владею, но немножко могу, в общем. Обалденный соевый соус, девочки, вот просто, просто слюнки текут, очень вкусный. Ложи себе. Винегрет будешь есть? Сегодня все вкусно, сегодня выходной день. Муж роллы не любит, я, говорит, винегрет поем. Вот ни в какую. Я сейчас уже и говорю, ну как-нибудь, хотя бы одну попробую, очень вкусно. Но не любит человек вот. Он беляшиков поест. Беляшики стряпали. Ложи себе тарелку, сын. Мы сейчас поужинаем. Надо идти в дом 2. Муж должен прикрутить гордину. Я хочу повешать шторы. В общем, там дел тоже вот так. Надо идти управляться будет. Даня, иди ешь. Марина наелась. Пока я тут нарезала, она уже наелась. Сына. Включи. Так, давайте, дамы, ешьте. Ой, попутно вам тут козочек покажу. Я уже подоила, управилась. Тут вот немножко очистки различные. Морковные, тыквенные, груши, всякие яблоки, огрызочки. Вот все. Так, ешьте давайте. Там уже Даня гордину прикрутил. Сейчас пойду шторы вешать. Ешьте давайте, потом воды надо будет принести, напоить. О, как хрум-хрум-хрум. Вот. Ничего себе! Это я, девочки, тут захожу. А оказывается, тут уже шторочки-то и повесили. Угу. Ничего себе! Кто шторы-то повесил? Даня. А он мне говорит, мама, я гордину прикрутил. И шторки он повесил. Повесил сам. Да. Шторочки повесил. Да. Ничего да. себе! Ну, они такие простенькие. Гордина была потолочная, но она у нас что-то, в общем, как сказать-то? Плоховато что-то, да, потому что здесь потолок сделан из гипса. Здесь-то как бы фанера получается, потом гипс. Ну и что такое? Так что я так-то хотела сюда еще эту повесить. Тюль. Ну ладно, пока без тюли, но Даня молодец, Даня справился, он говорит, я старался. Папка, говорит, тут не прилагал усилий почти, да? Нет. Помог немножко. Ну что, такие девочки, простенькие шторы. Да что она балуется, давится? Ну, шторы даже у нас получается по полу, вот. Видно, да, что они немножко... Ну, я подшивать ничего не буду, я просто их вот так вот раз, и все. Ну, ничего, длинноватый, ну а что? Потому что здесь провисание, видишь, какое? Ну-ка, что сделаешь? Оно, если бы была потолочная гордина, они бы как раз были вровень, но... Так что надо мне, конечно, плед подходящий. А то у нас тут старенький вот такой, драненький. Ничего не остается. Ничего не осталось, девочки. А то мне там пишут, что много всего заказываешь. Выбрасываете, наверное. Ничего не выбрасывал. Еще вот надо полку вот эту убрать. Саша, ты мне так ее не открутил. Кстати, я хотела ее в кухню. Мне в кухню надо эту полку убрать отсюда. Вообще, конечно, по-хорошему все хочется. И обои новые поклеить. Много чего хочется, но пока будет как есть. Вот. Ну, мне, конечно, не очень нравится, потому что как бы не очень как-то надо как-то распределить, что ли. Их. Все, напишут тебе, кому нравится, кому не нравится. Ага! Да. Ну, мне материал нравится, такой приятненький, как бы. Приятненький, но он не плотный, он такой легкий.
Легкий. Кто-то написал там, девочки, что вроде швея могла бы сама сшить. Ну, знаете, во-первых, на это время надо и хорошую машину. Или хотя бы маломальскую. У меня нет швейной машинки, и я как бы не страдаю этим. Сходила и купила, девочки, сейчас все продается, все покупается, готовенько, да, можно сшить как-то по-другому, поинтереснее, получше, но даже если шить поинтереснее, получше, ай, это что такое, маме сказать не даете, на это надо тоже потратиться, и, конечно же, получится дороже. Здесь просто обычные два полотна простенькие, по низу, это кто она называется, бахромушка, тесемочка, ну, нормально, в общем. Сейчас немножко подраспределю получше. Нормально пойдет. Ну, а мы, девочки, на этом с вами прощаемся. Всем вам огромное спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Помаши ручкой, скажи всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Да, сейчас надо будет тут убрать. Я уже подоила, надо будет туда идти. Ну, бегать надо, играть че. Играть хотят. Пока, моя девочка, молодец, да. Скажи, я учусь говорить. Да. Вот так вот. Так что пока-пока, девочки.